Паша Вулканов, Паша Вулканов. Владимир 79 спрашивает, надумали, что спеть? Надумали. Надумали, еще как надумали. Думали долго, но продуктивно. Надумали. Друзья, угадывайте прямо сейчас, что будем петь. Тот, кто первый угадает, тому какой-нибудь диск с нашей заветной полочки, которая вон там вот находится. Да, ее теперь в камеру не видно, но мы можем показать. Можем потом развернуть камеру и показать. Итак, ну что, угадали? Спит придорожная трава, спит там, где мчатся к океану. По рельсам поезда, траве той снятся острова и удивительные страны. О-о-о. Зачем не знаю, о-о-о. Зачем не знаю, ей снятся острова. Зачем не знаю, о-о-о. Зачем не знаю, ей снятся острова. И мальчик выпьет молока и станет бредить островами. О-о. И кто, и что, и как понять, и кто, и что, и как понять, когда он в море уплывет под парусами. Ну а пока шумит трава, которой снятся острова, и время медленно идет. Мчаться к океану, по рельсам поезда, траве твой снятся острова и удивительные страны. О-о-о. Зачем не знаю, о-о-о. Зачем не знаю, ей снятся острова. Зачем не знаю, о-о-о. Зачем не знаю, ей снятся острова. Программа «Радиофон» выходит при поддержке звукозаписывающей компании «АСМЕДИА». «АСМЕДИА» — это все, что связано с записью звука и мультимедиа. Запись песен, подбор и запись дикторов и актеров, озвучка фильмов, производство рекламы. Адрес сети интернет www.recording.ru. Ну и телефон в Москве 225-81-19. Обращайтесь, друзья! Radio 13.